Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Приветствуем вас на канале На Бэхе. С вами, как всегда, Вадим и Бэхранг. Сегодня мы сверлим, школа ремонта обладает. Послушаем его, впервые мы возьмем не альбом. Я решил взять 4, наверное, лучших трека. Ну, не считая, конечно, с Маркулом, не считая с Платиной, который их 2 трека. Я взял один, из которого начался его путь. Путь! Водичка, капелька водички. Путь! Первый трек это I Am. Будет 5 лет назад он выпустил. 5 лет назад. 5 лет назад. Трахал суку Мерси. Нет, ты, сука, ты все время как слышишь 5, и все время трахал суку Мерси. Нет, не 5 минут, 5 лет. С чего вообще он, как по мне, с этого трека он стал известен. Вот. Тут прикольный цветокор травы. Мы будем, короче, смотреть одновременно и клип, и рядом будет открыт лирикс. Поэтому... Там будет у нас видно и то, чтобы по 2 раза каждый трек не слушать. Потому что у него на все это есть клипы. И глупо будет сейчас 4 трека 4 раза переслушивать по 2 раза. Долго говорить не будем. Это самый яркий представитель дрила в русском рэпе. Дрил тебе нравится. CCTV ты кайфанул. Поэтому сейчас послушаем. Но, кстати, вот этот АМ не совсем дрил, вроде как. Я уже, честно, особо даже не помню. Сейчас включу, сразу вспомню, но... Начинаем. Обладает АМ. Слушаем. Кто из линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Никто другой. Линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Никто другой. Никто другой. Я самый новый звук, и это новый век. Я снова сделал стиль, я снова сделал всех. Я прыгнул в Бэтмобиль, ты знаешь, Uber Black. И полетел на блок, как будто Супермен. Ты помнишь меня тем, каким я был вчера. Я помню каждый день, как будто бы вчера. Мы в центре самой тусы, слышь, какой чиллаут. Со мной все те же люди, с кем я начинал. Никто другой, никто другой. Я получаю вещи до релиза. Прости мой нрав и мои капризы, но я не вижу хейт сквозь Гуччи линзы. От меня многого ждут, ты знаешь имя, я им дорожу. Мне не нужен их дешевый шум. Я высоко, но не нужен парашют. Я не писал треки для модников. Салют тем, кто проперлись и поняли. Я не пытаюсь попасть в аудиторию. Я не студент ебаного колледжа. Все эти рэперы такие унылые, я вижу в жизни, что это было, блять. Быстро читаю, все свои тексты он выдумал. Летная болезнь, я забыл про это. Я не отдыхал, я забыл про это. Не хожу в бар, где воняет трэп, а меня нет в трендах и меняют тренды. Бездна, и куда вела дорога, не знал. Но я с картой в руках будто без знал. Я закончил вышку, там одни пятерки. Загляни в карманы, там одни пятерки. Я знал все это сразу, когда был ребенком. Снял пояс Луи Ви, отшлепал твою тёлку. Кто из линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Никто другой. Никто другой. Кто из линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Никто другой. Никто другой. Мы живем так, это наш лайфстайл. Я не ем эти таблы, к себе оставь. Тем не менее, мне не до сна. Я не терял ни минуты, ему час настал. Они сказали, что область сдулся. Потом они сказали, что он вернулся. Окей, но я самый обсуждаемый на всех ресурсах. Я так много думал, что мне скажут люди. Им всем нужно обсудить, чего у них не будет. Мы с Вера угораем, с вас висим на студии. Им снова нужно интервью, я недоступен. Кто из линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Никто другой. Никто другой. Кто из линии, я врубись, никто другой. Я незаменим, врубись, никто другой. Никто другой. Никто другой. Никто другой, никто другой. Никто другой.
Кто другой? Мне нравится этот 5-летней давности флекс Гуччи. На футболочках Гуччи двигается. Да, да, да. У меня еще смешит строчка, типа, у меня там пятерки, и в кармане тоже пятерки. Кто, блядь, флексит пятеркой? 5 гривен, 5 евро, 5 долларов, 5 похуй, чего бы это ни было. Пятерки так себе, конечно, в карманах. Мне нравится вот этот, я там еду в город свой, батмобиль, ты только, знаешь, Uber Black. Да, этот, мне нравится в этом клипе цветокор, что они хитро сделали, взяли, блядь, гольф-поле, где все зеленое. Да, можно да, в любой да. цвет ебашить, типа, сами обычные цветы, вот розовые. Вот с этого начинал, типа, это... Ну, для пятилетия, я думаю, нормальный трек. Да, да, но это еще, типа, не дрил. А он, типа, вот, славится, типа, своим... Ну, дрил вообще 5 лет назад не был такой известен. Да, я думаю, да, очень да, после Pop Smoke, типа, стал, ну, и в Америке очень популярный, и люди начинали послушать. Раньше просто там в Англии, типа, он был очень популярен. Теперь послушаем... Next трек у нас будет «Обла» Дэвид Бекхэм. Знаешь, кто такой Дэвид Бекхэм? Нет, не знаю, бля. Мало ли. Может, ты вообще нахуй футбол и типа вообще не знаешь, кто такой Дэвид Бекхэм. Хотя Дэвид Бекхэм такой... даже. Дэвид Бекхэм, Victoria's Secret. Да-да-да, Victoria's Secret. Не, ну Victoria Бекхэм и Victoria's Secret. Дэвид Бекхэм футбол. Не, ну бля. Нет, тоже много там и духи, и очки у него там, и всякая хуйня. Короче, чувак стильный, самый красивый, наверное, футболист. Да, да, реально стильный. Соска вылезана. Закончил карьеру в Лос-Анджелес Галакси или как там? Закончил, да. Да, в Лос-Анджелес. Не, закончил он в ПСЖ. Да не, он в этот, в пошел ну, в Америку. Последний матч в ПСЖ, по-моему. Ну, неважно, блядь, он и в Милане вроде как сначала, потом в Лос-Анджелес. Реакция на Дэвид Бекхэм нужно снимать. На голы Дэвида Бекхэма реакция. Слушаем, тут уже вроде как уже дрил 2 года назад, треку 2 года. Вот, слушаем, прикольный трек, мне нравится. Из-за того, что это дрил, я сразу делаю громче. Artillery. Мы курим запасы, взрываем этот буф, как динамит. Карты на мне, как холдер, опы слили мой номер. Владею искусством, как шулер, обла пропал, как шиноби. Это еще не трек. Это еще не трек. Бля, цвета яркие, блядь, охуенно. Делаю шат, как Лэмпард, взял победу, как Бекхэм. Ты улетаешь, как Хэнкок, первый раз попал бендо. Пиздите, как моя экско, кепки на вас, будто Кенго. Набили слухами бэкпэк, вам доносится эхо. Алло, алло, сука, ты с улиц, как Элмо. Я с улицы Иркутска, поверь мне, тут тебя кинут на деньги. Париж, Париж, на сэмплы, не смейся, ты не на стендап. Алло, алло, покури ствол экстендо. Алло, алло, куш, куш пушистый, как гизмо. Делаю пресс, как фитнес, я пропал, будто призрак. Славил этот стресс, обла работал на износ. Соблюдай со мной дистанс, на беде делаю бизнес. Сел бабки, как сканер, палит меня, будто сканер. Мувы большие, но я двигаюсь так, что пропал с этих камер. Silent, silent, твое дерьмо вымирает. Ты крыса, ты сдал их, но это был не экзамен. Доминик, Доминикан, мами, это флоу иллюминари. На ней бандана, бэби попала в команду. Что ты там прячешь за маской? У нас есть на основе карты. Зови меня лавка, мне на мне эти бабки. Мне не нужны перки, сделал шат как селфи. Это сука в эмке, меня душат цепки. Money, money, jump как slam dunk, я поставил сверху. Сделал стиль на демке, pull up это Lambo. У меня есть Берди, и я прыгнул в Лондон. Со мной это бэйби, большой S как доллар. Сука из ТикТока даст мне это промо. Я запрыгнул в топ, и мы снимаем порно. Алло, алло, сука, ты с улиц, как Элмо. Я с улицы Иркутска, поверь мне, тут тебя кинут на деньги. Париж, Париж, на сэмплы, не смейся, ты не на стендап. Алло, алло, покури ствол экстендо. Куш пушистый, как гизмо. Делаю пресс, как фитнес, я пропал, будто призрак. Славил этот стресс, обла работал на износ. Соблюдай со мной дистанс, на беде делаю бизнес.
Почему именно Дэвид Бекхэм? Вот там и Лэмпорда вспоминал. Почему именно Дэвид Бекхэм? Не знаю. Кстати, типа его стиль очень, даже стиль одежды, типа, улучшился намного. Не, ну, бля, конечно, 5 лет назад и сейчас. Но, кстати, мне очень нравятся в его треках вот эти яркие цвета. Ярко-синий, ярко-зеленый. Да, кстати, в этом клипе, да, синий. Но вот еще больше сейчас в следующем, который мне больше всех нравится из его треков. Там вообще вот эти кислотные зеленые цвета такие. Этот. Кстати, хотел сказать, часто мы вспоминаем этого... Кеннета, который реагирует, тоже американец, который слушает музыку. Это оба его любимые исполнители. Mm-hmm. У него даже на донатах стоит его следующий трек, который мы будем слушать сейчас. «Формула» называется. Mm-hmm. Вот. И да, даже сейчас сразу по картинке начальной сразу вот эти кислоты. Он, кстати, в Англии живет, я так понимаю. Нет, он просто часто туда ездит, типа, ехать. Записываться. Mm-hmm. Там же, блядь, мне кажется, Британия — это родина дрила. Да. И Арни там, от Арни в Лондоне часто типа двигается. Лил Кристо туда тоже есть. Как будто бы дрильщики учатся там. Дрильщики? Дрильщики. Кстати, еще заметил в студии, там, где он сидел, был, типа, колонка. Это охуенные колонки, по-моему. Адам и Нив, он бы вот это пели. Реально, там такой звук, как прям будто из рая. Реально, кто послушаешь в эти колонки, понимаешь. Даже дрил, как из рая. В рай играет дрил. Я понял. Ладно, все, слушаем next track, «Формула». Мне очень нравится. Это самый любимый из его трека мне. Мой. Хотя, думаю, многих. Нахуй, попо, просто похуй. Физикс, комбо, прада, компас, Пабло, коми, блэкбол. Call me. Baby, show me. Да так, чтобы я запомнил. Первый как формула, маленькая бэй, я дам ей опыт. Я взял это золото, камни огромные, как у Флинстонов. Я снова играю по-новому, но на волне будто пароход. Зубы дрожат от холода, мне нужен ключ от города. Я в этом замешан, замешан как Картенс. Слышь, мне хватило таланта, собрал команду как Картер. Реджин, Мандем, на каждом из них была клава. Мясо, Ханта, у нас есть газ как Фанта. Хопы кричат мое имя, они не получат внимания. Я не даю им фри-промо, я могу дать им ебальник. Панчи, Тайсон, я не шучу с этим майком. Обла, Сайко, я в твоем городе Тайфун. Зови меня серфер, мой новый звук это волны. Надел эти Джордан, они так помогут мне в гонке. Дерби, дерби, я сделал так много работы. Сверлим, сверлим, будто бы школа ремонта. У меня есть эти карты, попал на каменный остров. Вы все похожи как комиксы, сука, я вижу лишь образ. Я получил эти перстни, у меня есть этот пояс. Я получил этот доступ, мочу дела, будто Сомерс. Нахуй, попо, просто похуй. Т-6, комбо, Прада, компас, Пабло, хоми, блэквок, коми. Baby, show me, да так, чтобы я запомнил. Первый как формула, маленькая бэй, я дам ей опыта. Я взял это золото, камни огромные, как у Флинстоунов. Я снова играю по-новому, но на волне будто пароход. Зубы дрожат от холода, мне нужен ключ от города. Я в этом замешан, замешан как карта. Слышь, не хотел таланта, собрал команду как карта. Реджин, Мандем, на каждом из них была клава. Мясо, Ханта, у нас есть газ как Фанта. Ну, это самый сильный трек у него, я знаю. Но пока из между этими... Это, наверное, вообще, мне кажется, из дрила самый лучший трек в русском. Охуенно вообще звучит, бит охуенный. И только там какой-то пацан был в татуировке, вот он был? Кто? Кто он? Который танцевал, типа, в татуировке, типа, очень странно танцевал. Не-не-не. Это вообще много рэперов было, там, типа, Яникс был, Пинг был. Короче, много чуваков с Melon Music было, типа, поэтому... И самый странный момент только в этом клипе это был тот пацан, потому что он вообще как-то странно танцевал. А это, вот эта строчка, ты вообще понимаешь, сверлим, сверлим, будто мы школа ремонта. Не-не. Типа, часто говорит, что дрил, слово похоже на дрель. Дрель это, ну, типа, да, стену сверлить. Да. И он говорит, сверлим, сверлим, стену сверлим. Сверлим, сверлим, будто мы школа ремонта. Ремонт. Я понял, мы школа ремонта, да, охуенно, вот. Да.
Короче, это пиздец, этот трек разъёб. Нет, это, ну, пока самый сильный трек между этими четырёми, и реально вообще и то, что там он... Ну, обычно рэп поёт, потом немножко мелодично, типа, вообще охуенно звучит. Да, очень, это тупая смесь это, в этом треке сильная, поэтому мне очень нравится. Так, и last track. Я, кстати, сейчас подумал о том, что можно тебе ещё отдельно показать, там, альбомы нехуй показать. Я показать тебе надо будет трек Bumblebee. Мне почему-то сразу напомнил это Bumblebee. Я думаю, все поняли, о каком треке идет речь. Запишем, я думаю, отдельный видос. И там, где, сука, быстрая читка, пиздец какая. Наверное, из всех всей русской музыки самый быстрый, типа, парт. Ну, я не очень, типа, я, конечно, это охуенно, что кто-то... Да, писал, я понимаю, но вообще, типа, не но там и прикольно именно, значит, типа, такой, чуть-чуть именно в русской музыке. А у него, типа, альбомы тоже, типа, есть какие-то, ну, так... Такие же сильные треки, типа. Обы? Потому что это был очень сильный трек. Обы? Не, ну я считаю, что вообще Обы — это самый сильный трек, типа, как сказать. Типа, да, у него много сильных треков, есть альбомы тоже. А, ну, кстати, последний альбом мне особо не зашел, если честно. У него там вот этот Player... Mutant Player Club, что-то такое, как-то там альбом называется. Есть альбомы у него, конечно. Но я что-то решил тебе показать именно его лучшие треки. Не, вот этот трек нужно добавить по лилис, охуенно. Записывай формула. Я думаю, ты скажешь, записывай формулю. Да, записывай формулу. Так, и last track, что мы сегодня послушаем, это «Обладает Джимбо». Джимбо, ты, по-моему, на каком-то... Джимбо мы послушали, да. Да, это он был не на Фараоне, на Сертовском Токсике, по-моему, в Бульвар Депо. Либо в Фараоне в Правила, я не помню. Ну, мы послушали только название. Я тебе говорил, что Джимбо был в лейбле этого Оксимирона. Сейчас у них... Прикольно, кстати, тоже надо будет тебе отдельным видосом показать. Конструкт называется трек. Там 8 минут. Там, где все чуваки с лейбла Оксимирона. И Оксимирон тоже сильный трек. Вот слушаем. Оба Джимбо. Hello, у них, кстати, по-моему, 2 трека совместных пиздатых есть. Но этот я его больше всех заходит. У нас нет бифа, как веган, но в карманах котлеты. У вас нет бифа, вы фейки, я в тебе вижу лейма. У меня есть пятак, как оценки, ведь чуть больше проблемы. Сука, ты зулись, как Кермит, дропаешь мод, за ним будут кемпить. Биммер в грине, и я кручусь, как гриндер. Джимбо, скипас, плеерс клаб, икип. Нахуй, лики, ставчик очень липкий. Убрал тебя, клининг, мы на огромной льдине. Компас на плече потерян в Атлантиде. Я вижу эти пирамиды, и мы крутим свитки. Дигери бау, я выдыхаю призрак. У меня нет выхода, ну как труба есть выхлоп. Скр, 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 я запрыгнул в бимер. Я 5 минут назад, я запрыгнул в бимер. Я трахнул эту суку и уехал в Питер. Мне нужен новый перстень, слышал, что я должен выиграть. Еду так быстро, рядом карета превратилась в 12. Палят за мной, но за мной не угнаться. 8-12. Нахуй 12, я не больной, но я ща на лекарстве. Ща тут задвигаешься, не атан, воняет так сильно. 420. Вижу их даже, когда без мигалок я убит. Камера не распознала. 7-3-5, высота будто скала. Люблю эти галки, как галки на Алла. Все могут пишить, тут я не от тканях. Слышь, я бронирован, слово из стали. Розовый вигис на новом Аскале. Полный баздаун, я не опоздаю. Подо мной турбированный демон. Кузов цвета веном, сине-белая эмблема. Корпорация Umbrella, бич, я выхожу на сцену. Свежий дизель в моих венах. Мы подкинем твое тело, скажи спасибо, что целым. Джей-Джей Гуирилла, лучше держись за перила, хоу. Дымим как Адила, под капотом злая стила, хоу. Робот Хелли Хиллы, свежий став от игроков. Тут темнота между домов, в ней полный рот острых зубов. Скипайс на бите, плюс 808-я мафия. Курим на Неве, камни на мне, холодный кафеля. Что-то в моем стафе, стиль до гроба и эпитафия. Ничего не придумал, это моя биография. Белый, Рино, фейки. Мимо, ветер в спину, Джонни, длинный, Джей-Джей, Хики, Хобла, Хиллер, Лока, Питер, прыгну, бимер, эй, Нина в кобуре, Батега, мы с ней Альфа и Омега, пока слабаки слетают с трека, каждый день иду за стеком, я собрал их так, как Лего, хоу. Я послушаю вот этот тейк 808 Mafia, меня сразу, типа, сразу слышно, что какое-то хорошее. Мне кажется, это твой любимый, ты уже не первый раз, если знаешь. Да, да. Не, но не любимый, но, типа, у них бенгеры прям, типа, охуенно все.
Ну, меня, знаешь, что смущает немного? Блядь, во-первых, сука, двое часов, вот этот флекс. Низкий флекс. Этот, короче, меня смущает то, что у него все клипы, блядь, одинаковые. Как будто один трек. Ну да, там особенно вообще концепции нет. Типа тачки, гонки, яркие цвета. Выглядит пиздато, ярко, красиво, все четко, но как-то как будто бы разнообразия не хватает. Что хотел сказать? Я забыл сказать в каком-то клипе в конце, типа, у него было в руках джойнт, у него такая улыбка была, он прям очень давно, я забыл об этом сказать. В первом, по-моему, во втором клипе. Да, во втором клипе, он прям... Кстати, типа, хотел сказать, но это не связано с битом, но восточные, типа, девочки не могут так хорошо сделать тверк, как, типа, афроамериканцы или африканцы. Ну, блядь, там просто размеры, так же самое можно сказать. Ладно, не буду говорить про темнокожих парней, так сказать. Ну, типа... У них просто попы больше, а так-то могут, конечно, почему нет? Наши тоже могут. Может, какой-то конкурс нужно поставить, международный тверк. Я думаю, такие есть. Чемпионат мира по тверку. Мы спонсорим, если что. Блядь, много у тебя на карте, блядь, спонсор, сука. Скинемся, сложимся, 20 евро вкинем нахуй. Приезжайте в Германию, будем устраивать конкурс тверка. Да, да. Короче... Давай, формула. А, не, подожди, еще. Okay. Можно делать ранкинг. Ранкинг, да, да. Да, но формула первая. Формула без шансов, да. Потом, наверное, Саня, второй трек тебе или вот этот? Второй, наверное, больше. Мне Джимбо вроде прикольный, но мне он что-то не вкатывает. Я не знаю, как-то для меня он как будто дед, который идет, пытается влезть в фреш-музыку. Типа олдскульный для меня тип. Как будто бы... Но он даже... Звучит норм, но... Он даже зубы сделал, особенно для этого. Да это ему оба подогнал. Ну, короче, но больше нравится то. Ну, первый трек тяжело оценивать в этой шкале, потому что явно, ну, типа, по качеству, типа. Поэтому это пиже, но так как 5-летней давности, заебись. Не, ну, формула охуенный трек, мне очень хорошо зашло. Ты как Кеннет. Мне интересно будет, блядь, когда мы все-таки, сука, начнем стримить через 10 лет, когда будешь на сайтах сравнивать треки, мне очень интересно. О, это будет тяжело вообще. Но, блин, еще нужно куча исполнителей пройти. Я пока даже не понял, что больше тебе понравится. Там, типа, да, ты выделяешь альбом или этот какой-то классный трек, который тебе больше всех нравится. А вот мне интересно между ними какой-то. Ну, я не знаю почему, но я почти уверен, что в финале будет точно Скриптонит на одной стороне, а на второй стороне не знаю, кто будет. Скриптонит. Там так может быть. Мияги, Скриптонит. Не, ну нам нужно очень много, наверное, еще исполнителей пройти, чтобы... Да, я думаю, да, но на самом деле, даже если мы пройдем много исполнителей, мы же не все альбомы их прослушаем на тот момент, и там будут выпадать треки сольные, именно синглы, и как минимум даже вот это сравнение, когда ты будешь сравнивать, тебе поможет услышать новые треки. Там же можно прям слушать, там не просто название. А, ты хочешь, я думал, мы сам создадим. Типа, не, там есть сайт специальный. Типа. Там, типа, я знаю, закидывает... типа направо, налево. Да, и ты можешь прослушать, поэтому послушать. мы можем как раз и слушать, да, и сравнить. Да. Поэтому это классная тема. Я уже очень хочу к этому перейти. Но еще столько всего впереди. Столько непрослушанных артистов. Я же говорю, даже если брать один Melon Music, можно снимать месяц, блядь. Вот. Кстати, скоро, я думаю, следующим мы снимем Майота. Это Гарден много просит. Это вот уже еще один. Еще. Мы кого-то вообще слушали с Melon Music? Никого, наверное. Melon Music? Не, мы кого-то послушали, что ты сказал. А, они бы фит были в этом. Не, был просто фит просто был. Сими с Бульвар Депо. Мы не слушали ни Оджи Буду, ни Майота, ни Бульвар... Ой, блядь, Бульвар Депо. Я болел рот. Почему я все время забываю это имя? При том, что это один из моих любимых. Майот, Оджи Буда. Сука. Бушидо-жо, сука. Бушидо-жо. Что? Бушидо-жо. Блядь, что? Это какой-то опять китайская хуйня? Ну, бушидо, это же вообще, типа, борьба. Я просто... Ну, и он плюс, наверное, анимеш тоже смотрит. Не знаю, что вообще... Ну, его просто, во-первых, зовут Джоас. Это его реальное имя. Типа, он Джо. Джо. А под Джо звучит Бушидо. Кстати, из Melon Music, да, мы послушали Soda Love. Об этом я забыл. Но тоже мы старый альбом очень послушали. Ну, блядь, в принципе, он такой и остается плюс-минус. Не понимаю, конечно, почему больше. У вас все так много отсылки на восточная хуйня? Там у LJ было, у этого Big Baby Tape было. Именно на Азии. Какой-то Бушидо какой-то там. На Азии очень много. Ну, а это вот очень просто широкая культура такая, которая многим нравится. Широкая страна тоже. Ну, реально широкая, блядь, по карте даже если смотрю. Да, 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 хорошо, хорошо. Вижу у вас широкие глаза, да. Я понял. Короче, всем спасибо за просмотр. Давай сразу... Вот такая получилась реакция. Да. Всем спасибо за просмотр. Всем
Всем пока. Все, всем пока. Первый как формула, маленькая бы я дам ей ОБД. Я взял это золото, камни огромные, как у Флинстоунов. Я снова играю по-новому, но на волне будто пароход.